Даша, здравствуйте, Катя Малкова. Мы с вами ВКонтакте списывались. Вам удобно разговаривать? А, Даша, скажите, пожалуйста, какой у вас род деятельности? Чем занимаетесь сейчас? Угу. А сколько ребеночку? А, вот так вот. Одновременно двое или по очереди? А младшенькому сколько? Ясненько. Ну, я начала работать, когда у меня дочке было 7 месяцев. Вообще дадут вам хотя бы 2 часа в день для работы? Будет у вас возможность? Угу, хорошо, поняла. Даша, скажите, а вообще планируете возвращаться на работу до декрета? Или, ну, если работали? Поняла вас, хорошо. Но я сейчас расскажу тогда, чем мы занимаемся. Я сама в компании год, и компания развивает нашу сеть интернет-магазинов. С понятием интернет-магазин знакомы? Ну, данное направление сейчас очень активно вообще развивается. Люди любят экономить не только деньги, но и время. Конечно, ассортимент более интересен, чем в розничном магазине, и цена более привлекательная. В нашем интернет-магазине представлена продукция повседневного спроса. Это средства личной гигиены, товары для дома, аксессуары. В общем, это та продукция, которой каждый человек пользуется ежедневно, и она не нуждается в продажах. А независимо от ситуации в стране, люди мылись, моются и будут мыться. Думаю, вы согласитесь. Задача менеджера, который нам нужен, это создавать поток людей в интернет-магазин путем размещения информации в интернете. Чтобы они не ходили за тем или иным продуктом, ну, например, любой розничный магазин, там, который у вас распространен в городе, а приобретали его в интернет-магазине. То есть задача состоит не в продажах, а в привлечении конечных покупателей. Тем людям, которые заинтересовались, мы оформляем на сайте дисконт, помогаем оформить первый заказ, выбрать доставку, а впоследствии они уже самостоятельно все это делают, а потом и приходят снова, потому что у нас есть дисконт, бонусы, выгодные предложения. Плюс еще одна задача менеджера — это обучать новых сотрудников, потому что кто-то приходит к нам пользоваться дисконтом, а кто-то зарабатывать. Как это делать? Мы всему обучаем. Обучение бесплатное, никаких рисков вложений нет. И так как работа предполагает именно удаленный характер, то, соответственно, обучение тоже удаленное. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с системой вебинаров? Что это такое? Вебинары. Слышали, что это вообще? Вебинары, Дашунь. Давайте я вам скажу, что это. То есть, смотрите, есть... Просто я спрашиваю, знаете, нет? То есть, нужно объяснить. Есть такое, как семинары, может быть, вы тоже слышали, да, когда люди встречаются. Только это все в интернете. Вы переходите по ссылке в виртуальную комнату, где находится спикер, которого вы слушаете. Можете задавать там вопросы в чате. Таким образом, вы будете обучаться. Вас никто не слышит, вне зависимости от того, какой у вас там фон у вас дома, да, то есть, детки, конфетки и так далее. Вы можете обучаться параллельно, плюс еще как бы непосредственно работать. Хотели бы попробовать себя в данном направлении? А, да, что касается компании, уверена, вы о ней слышали. Это шведская компания Reflame. Был какой-то опыт взаимодействия? Да. Скажите, пожалуйста, то есть вы вообще приобретали когда-либо у кого-то продукт, либо были консультантом, нет? Ага, ну консультантом не были, верно? Угу, я вас поняла. Скажите, пожалуйста, а то, что я вам рассказала о системе работы в интернете, вообще у вас ассоциируется с данной компанией? Или все же для вас это только компания, которая это каталоги, продажи, разница в продажах и все? То есть доход, разница в продажах, только это вы о ней как бы знали? Даша. Вы вообще слышали о том, что компания именно работает через интернет? Я когда слышали, просто когда я пришла, я не знала о том, что компания так работает. И когда меня приглашали, я считала, что это каталоги, это беготня, это закупки какие-то, а в дальнейшем продажа продуктов. Поэтому вот просто мне интересно, возможно, вы как бы уже знаете, возможно, не знаете о такой системе работы. Вот смотрите, мы получаем доход от созданного товарооборота. В среднем это 10%. Вот, например, у меня сейчас в интернет-магазине товарооборот 300 тысяч рублей.
То есть мой доход составляет 30 тысяч. Но вот придя как бы и работая, товарооборот вы будете создавать не в одиночку, а группой менеджеров. Это очень дает активный рост вашего товарооборота в интернет-магазине. Скажите, вот 30 тысяч, такой дополнительный доход вас бы устроил? Хорошо, но он будет у вас постоянно расти, потому что все равно люди будут приходить, люди будут приобретать продукт, они будут понимать, что это выгодно, опять же, те же акции и так далее. Соответственно, он у вас будет постоянно расти. То есть первая такая вот существенная ступень, это будет 30 тысяч, и в дальнейшем он будет только еще и расти, начиная с нуля и все выше и выше. Я вас сейчас, Даш, добавлю с личной странички ВКонтакте, скину вам анкету, заполните ее, пожалуйста, я тогда ваши данные обработаю на сайте компании. От компании Oriflame вам придет две смс-ки. Первая с номером консультанта, вторая 4 цифры активационного кода. Вы мне их напишите, пожалуйста, я вам сразу личный кабинет активирую, чтобы он уже был активен, чтобы в дальнейшем мы тоже могли вам помогать строить свой интернет-магазин. И потом скажите, у вас есть вообще Skype либо WhatsApp? Вот, отлично вообще. То есть мы тогда сами спишемся. Ну, в идеале, конечно, и то иметь. То есть, вот смотрите, в скайпе мы работаем, когда включен компьютер, когда мы дома. В WhatsApp очень удобно. Он такое мобильное приложение, которое мы тоже сопровождаем, обучаем. Вы оттуда будете брать всю обучающую информацию. Я вам первые шаги скину, и вы начнете их изучать. Потом с вами созвонимся и более подробно пообщаемся. Отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Все, договорились. Сейчас вам добавлюсь тогда и скину анкетку. Всего доброго, Даш, была рада пообщаться. До свидания.